Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и наконец-то я разобрался, как сделать так, чтобы меня было хорошо слышно, не пришлось делать усиление микрофона, когда в играх нельзя настроить громкость, они очень громкие. Надо открыть в настройках этот самый микшер громкости, вот так вот он выглядит. И прямо отсюда можно настраивать громкость приложения любого. Закройся, я сказал, все. И теперь меня будет слышно нормально. Эх, как я жалею, что раньше не додумался этого сделать. Ну, ничего, теперь меня будет слышно очень хорошо. Сегодня мы будем проходить Angry Birds Chrome. И эпизод у нас следующий называется Summer Picnic. В отличие от... Он был в Angry Birds Seasons, и в отличие от Angry Birds Seasons здесь 28 уровней, а не 30. Какие-то уровни вырезали, какие-то, наверное, даже изменили. И, кроме того, здесь уровни надо проходить по очереди. Открывается по очереди, открываются следующие уровни. В Angry Birds Seasons они все открыты изначально. Когда вышел этот эпизод, они открывались по календарю. Здесь не так. Также вон там есть дополнительный бонусный уровень, который открывается при прохождении всех уровней на 3 звезды. Конечно же, мы с вами не сможем добыть его. Так, я немножко не так хотел сделать. Я читал в Фандом Вики, если она не врет, то там уровень точно такой же, как в оригинальный Seasons, этот бонусный. Вот этот первый уровень в оригинальный Angry Birds Seasons был не первым, там первым другой был. А вот этот уровень там был, но я помню, что он там был то ли четвертым, то ли пятым. Но точно не первым. Первый другой был. Это еще один эпизод из Angry Birds Seasons, который мы с вами не проходили ни разу. Точнее как, мы проходили и одну серию, я снял по ней серию, там хромакей пытался говёно испытывать. Мне это не понравилось, я удалил серию. Перезапишем как-нибудь потом. Вот здесь это был третий уровень. И вот если вот так вот вдоль стенки вот так вот выстрелить, то получим яйцо золотое. Это в оригинальный в Seasons. Это был, кстати, третий уровень, не второй. Блин, не туда немного попал. Эх, ну блин. Минуточку. А, сообщение, потом почитаю. Так, ну этот уровень я думаю, что будет легкий. Бомбы есть. Ну и сейчас мы этих добьем.
Ух ты, ничего себе уровень какой, блин. Так, вот если мы сейчас попадем, будет офигенно. Ну. Кусок мороженого на растении, господи. Мороженое растет из земли. Ну, до чего же прогресс дошел, а? По традиции один жив остался, блин. Да блин, звук этот задолбал уже. Все, что надо сделать, это повалить вот эти конструкции непонятные. Хороший, блин, выстрел только что был. Ух, нифига себе дерево, блин. Да, так мы их не сможем пробить.
Так, надо вот в динамит бы в этот попасть бы, конечно, было бы неплохо на самом деле. О, точное попадание, прям туда, куда я хотел. Давай. Блин. Так, какой это у нас уровень-то, блин? 13-й? Так, ну и смогу я его убить или не смогу, вот что-то непонятно. Нет, конечно, не смогу. Вообще бесполезный удар сейчас был. О, а вот на этом уровне в оригинале Angry Birds Seasons было золотое яйцо. Оно находилось вот здесь где-то. Вот я показываю сейчас. Но здесь нет яиц, поэтому и яйца тут нет. Ладно, попробуем еще раз. Ну и как теперь до того добраться, блин? Да блин.
Ну и сейчас мы их добьем без проблем, я думаю. А может и нет. Вот теперь добили. Сколько клубники, а? Я вот играл на своем ноутбуке в такую вот игру, вот именно взломанную версию и так далее, недавно в деревне. Из-за этой клубники просто все тормозило вообще, капец как. Ну здесь ничего не тормозит, здесь все нормально. Блин, не попал. О, прям туда, куда надо, отлично. Так, ну и что у нас? Это какой уровень? 17-й? Осталось уже не так-то много, мы большую часть уже прошли. О, корзинка какая. Корзинка в качестве кнопки play на начальном экране использовалась, когда вышел этот эпизод. Именно в Chrome версии. В оригинальный Seasons там была иконка подсолнуха. Кнопка в виде подсолнуха, в смысле. А тут корзинка была. Ну и, естественно, играла та самая тема из этого эпизода. Почему-то вот Angry Birds Seasons раньше вот в первых версиях. Раньше у каждого эпизода была своя кнопка play, сейчас почему-то одна кнопка на все эпизоды. Мне кажется, это недостаток. Что такое сделали? В эпизоде Seasons Greetings подарок был. У эпизода Trick-or-Treat просто была надпись на фоне. Надпись play на фоне солнца. У эпизода Cherry Blossom был чайник, у Эстер Экс подсолнух. Точнее, ну там не знаю насчет подсолнух, там, ну не подсолнух, что я несу, да. Summer Picnic подсолнух был, а там в Эстер Экс там был цветочек с пятью лепестками. Как и в Chrome, так и в Seasons в обычный. После выхода обновления Абракабакен, что ли, про цирк, кнопки решили одинаковыми сделать. Какой-то уровень 20-й уже. Офигенно.
с этим уровнем я повозился, кстати, когда проходил. Да, лучше бы я бы этого не делал. Забавно, воздушный змей держался на свине. Чё, блин? Или может свин воздушного змея просто держал? Но все-таки это странно. Так, что у нас дальше? Вот здесь, наверное, в дерево попасть в это надо. Точно, точно. Правильно я сейчас сделал. Блин, оттолкнуло прям туда, куда нужно мне. Так, вот надо попасть прямо в этого свина. Отлично, отлично. Удачно, удачно получилось. Так, давайте-ка лучше динамит взорвем. Нет, давайте еще раз. Может получится все-таки взорвать его. Блин. Нет. 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 Ну и пущай, ладно.
Да, вот этот уровень-то посложнее уже немного. О, вот сейчас получилось попасть в динамит. Хорошо. Седьмой. О, уже осталось этот и еще один уровень. Все, мы уже почти закончили. За 30 минут 27 прошло. Осталось немного. Блин, из этих двух кусочков говна не получилось. О, наконец-то. Остался последний уровень. И мы сейчас пройдем его. Так, давайте еще раз. Не очень как-то получилось. Опять в камень, да... Падающий камень, блин, да что ж такое, а? Вот в камушек опять, да ё-моё. И опять в камушек, да... Ну, в смысле, почему он не летел-то? О, вот сейчас нормальное попадание было. Фух, наконец-то прошли.
Ну что ж, чтобы разблокировать вот этот уровень, надо пройти все на 3 звезды. Делать этого я не буду. Но говорят, что этот уровень бонусный ничем не отличается от такого же бонусного уровня в оригинальной Seasons. Ладно, на этом закончим. В следующей серии будем проходить эпизод The Big Setup. Ладно, на этом все с вас и все с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока!